Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам рассказать про наш север. Так, вот в этом месте вот так кругом очертил. Вот в этом месте нашел древние пирамиды под водой, потому что здесь вот береговая линия была. Вот сейчас я показываю, это вот береговая линия была. После потопа здесь вот все затопило, здесь вот все были города и люди жили. Сейчас я вот в этом месте покажу, какие нашел пирамиды. Так, вот фотография. Сделана из Гугла. Координаты я убрал, чтобы их не разграбили. Так, вот смотрите, вот полоса идет. Это склейка фотографий Гугла. Вот эта полоса. Теперь давайте рассмотрим пирамиды. Так, вот смотрите, вот кристалл, и вокруг него какая-то аура, излучение, как излучение идет. Так, ступеньки тут можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ступеней. Так, вот еще один кристалл. Причем они не глубоко, там что-то около 100 метров. Поэтому из-за этого я убрал координаты, чтобы их не разграбили, не растащили, ничего, чтобы не вытащили. Вот еще один маленький кристалл, вокруг него аура. Вот кристалл тоже. Вот огромный кристалл, квадратный. Ну, интересная такая пирамида. Дальше будет еще интереснее. Все они находятся под водой. Так, давайте последним посмотрим следующее. Тоже координаты я убрал. Так, вот смотрите, кристалл. И вокруг него вот такая вот аура. То есть он работает, пирамида рабочая. От него идет излучение какое-то. Так, вот тоже кристалл маленький, вокруг него один обод идет излучение, и второй, тоже рабочая пирамида. Так, давайте посмотрим, сколько у него тут ступеней. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 11, если не ошибся. Вот склейка фотографии, полосочка. Так, давайте посмотрим следующую пирамиду. Так, это вот уже поинтереснее.
Так, вот смотрите, тут вообще шикарная пирамида. Кристалл, вокруг него аура. То есть кристалл работает. С этого кристалла энергия перетекает вот на этот белый кристалл. Тоже у него аура. Он как будто вот этот белый кристалл, как будто от этого темного кристалла питается. И самое интересное, энергия перетекает вот в эту летающую тарелку. Вот смотрите. Так, отсюда сюда, на белый, с белого на летающую тарелку. Ну, похоже на летающую тарелку, может быть это кристалл. И вот вокруг него тоже аура. И здесь вот еще вот какой-то выход энергии какой-то. То есть он светится. Так, дальше давайте посмотрим. Так, вот еще один кристалл. Вокруг него энергия какая-то. Как будто он светится. Давайте сейчас рассмотрим ее хорошенько. Так, вот тоже. Склейка фотографий. Оп, извините. Склейка фотографий. Вот полоска до сюда доходит. И вот сюда вот идет. Как раз прямо на пирамиде склейка идет. Тут самое интересное вот это вот участок. То есть пирамида не просто под водой, она еще и работает. Вот он кристалл, энергия от него перетекает в белый, тоже аура от него, свечение, и от него уже идет на вот эту летающую тарелку, я так назвал. Но это может быть и кристалл такой большой. Вот тоже интересный объект. Так, давайте посмотрим, сколько тут ступеней. Сейчас все получится посчитать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять ступеней. Так, давайте посмотрим следующее. Ну, это очень интересная пирамида. Так. Ну, тоже вот хорошая пирамида. На глубине где-то около 300 метров. Тоже координаты я убрал. Так, смотрите, здесь вот кристалл огромный, вот еще один кристалл, вот кристалл, вот этот огромный кристалл, тут вот какой-то вот объект заряжается от пирамиды. Так, вот еще, смотрите, еще один кристалл. Вот кристалл, от него аура идет. Так, вот еще интересный объект. Смотрите, кристалл, от него заряжается вот объект. Вокруг него положена какая-то магистраль. Вот она магистраль,
огибают вокруг кристаллы. И вот сюда вот пошла. Вот в эту сторону выходит. Тоже действующая пирамида находится под водой. Так, тут мы не посчитали, сколько ступеней. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять ступеней. Так, давайте глянем на другую. Так, тут фотография получилась мутная, значит вода мутная. Или течение. Тоже вот она, центральная пирамида, на ней кристалл находится. А тут ступени много, их даже не посчитаешь, они вот отсюда начинаются. Очень много. И мелкие. Причем она большая, я сфотографировал с большой высоты. Так, вот кристалл. Вот еще один кристалл. Вот огромный кристалл. Вот какой-то квадратный объект. Вот кристалл. Вот еще один. Давайте посмотрим следующую пирамиду, которую я нашел. Так, вот еще следующая пирамида. И вот полосочка, это склейка фотографий прямо по пирамиде. Вот она. Так, вот кристалл. Причем склеили, не совпало. Вот это вот здесь вот должно быть. Вот она. Сдвинулась. То есть пирамида. Вот тут вот должно соединяться вот это. А у нас это все вот сюда переместилось, сдвинулось. То есть не точно склеили фотографию. Поэтому пирамида косая. Она все равно интересна. Так, давайте посчитаем, сколько ступеней. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, тут плохо видать. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, ну давайте посмотрим теперь следующее. Так, вот тут вода почище, тут немножко получше по изображению получилось. Но тут тоже склейка фотографий. Вот смотрите, вот полоса идет. Здесь вот склейка и пошло сюда дальше. Потому что изображение нарушено. Это так Google состыковал фотографии. Так, вот кристалл.
Вот маленький кристалл какой-то. Вот кристалл. Вот треугольный объект. Вот еще один треугольный объект. Вот тут ступени даже не посчитаешь, они мелкие, рядышком находятся. Так, ладно, давайте посмотрим следующее. Так вот, интересная тоже пирамида. Но тут вода мутная, поэтому получилось вот так вот расплывчато немножко. Но зато она очень интересна. Вот объект стоит, заряжается. Треугольный объект. Вот. Тоже что-то интересное. Это кристалл. Вот треугольный объект. Так, давайте дальше посмотрим. Так, вот кристалл. Вот кристалл. Вот. То есть много кристаллов. Вот еще один кристалл. Вот кристалл. А вот смотрите. Два кристалла. И вот один объект стоит, заряжается, заправляется. Вот треугольный объект. Вот тоже какой-то объект стоит, заправляется, заряжается на пирамиде. Вот треугольный объект. Ну, огромная пирамида. Тут попробовать сосчитать, сколько ступеней. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ступеней получилось. Ну, может, я неправильно посчитал. Это находится на глубине 300-350 метров. Так, давайте посмотрим следующее. Так, ну тут вот вода мутная, получилась расплывчатой мутная. Там разные течения, поэтому вот где-то посветлее, где-то потемнее. Но от этого нам не становится интересно. Вот смотрите, кристалл стоит. Вот он, объект стоит, заправляется. И этот кристалл идет аура. И вот она перетекает вот сюда вот. И здесь вот какая-то вот звездочка появляется. Вот, и здесь вот еще тоже кристалл стоит, вокруг него тоже аура. Так, и вот склейка фотографий, потому что здесь у нас не состыковывается. Ну, вот такая вот фотография. Тут крупным планом
сфотографировался объект интересный. Вот от кристалла идет излучение. И вот сюда вот. И здесь вот кристалл, от него излучение. И как будто он заправляет вот этот объект. Из-за того, что склейка фотографии не точная, получилось нахлёст у нас. Так, давайте посмотрим следующее. Так, это очень интересная фотография. Смотрите, тут сколько у нас объектов. Вот кристалл, от него аура идет, излучение. Вот длинный кристалл, и от него тоже излучение идет. Вот еще один кристалл, от него ромбовидное излучение. Так, вот кристалл, вот еще один кристалл, и от него излучение аура. Так, вот смотрите, еще один кристалл, вот маленький кристалл, у него излучение идет аура. Так, вот еще один кристалл. Богатая пирамида на кристалл. Вот еще один кристалл. Вот кристалл. Так, ну и в центре самое интересное, конечно. Смотрите. Кристалл стоит. Вокруг него аура. Здесь вот длинный кристалл, вокруг него аура, и закольцовано маленький кристалл, это вот объект вокруг него. То есть получается, от кристалла заправляется вот этот объект. И все взаимосвязано. Получается, объект и три кристалла, а этот, наверное, как запускает этот весь процесс заправки. Очень интересно. Так, давайте дальше посмотрим. Так, вот еще один кристалл стоит, тоже аура. Вот кристалл, вокруг него аура. Здесь вот длинный кристалл, вокруг него аура, и тут вот как будто магистраль. Смотрите, вот магистраль какая-то пошла. Тут вот тоже похоже, вот эти кристаллы разгоняют пирамиду. Вот магистраль идет по кругу. Вот, и возвращается опять к этому кристаллу. То есть как разгонный модуль. А это вот еще одни кристаллы разных форм. То есть очень интересна такая пирамида. Так, давайте дальше посмотрим. Так, смотрите, вот еще один кристалл. Вокруг него аура. Вот еще один кристалл. Тоже как магистраль проложена какая-то по кругу. Так, тут вот еще один кристалл. Вот кристалл. И вокруг него аура. Вот тоже кристалл. Очень богатая такая пирамида. Так, вот еще один кристалл. Очень интересно, такая пирамида вообще шикарная. Да, и тут вот еще интересно. Смотрите. Так, сейчас если смогу отследить. Так, вот туда провод какой-то идет. Вокруг кристалла. Потом вот сюда уходит.
Вот сюда. Вот сюда дальше пошло. Здесь разворачивается и идет уже другим цветом. Здесь вот тоже какой-то какой кристалл проходит. Вот. И приходит нас вот в это место. Здесь вот так проходит. И куда-то выходит. То есть прям очень интересная пирамида. Но ее надо детально изучать, рассматривать. Так, кому понравился материал, подписывайтесь, ставьте лайк. Будет еще много чего интересного. До новых встреч!